Рассмотрим ситуацию. Если вы решили распить алкогольные напитки, находясь в собственном припаркованном возле дома автомобиле. При этом вас решили проверить сотрудники ГАИ, проезжавшие мимо. Имеют ли право вас арестовать или выписать штраф? Правилами дорожного движения водителю запрещено управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Прямого запрета на распитие спиртных напитков в припаркованном автомобиле в правилах дорожного движения не содержится. При этом водителю и пассажиру припаркованного автомобиля запрещается употреблять алкогольные напитки в соответствии с законом во дворах, на детских площадках, в парках, скверах, городских садах, на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, также в ряде иных мест скопления граждан. Вот как раз таки это правонарушение у нас попадает под административную ответственность. Но сами работники ГАИ не обладают полномочиями привлекать к ответственности по этому основанию. Важно помнить, что за распитие алкогольных напитков в указанных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.